я решила начать именно с такого внешнего вида. Я только что после бани, я в полном кайфе просто от того, насколько круто я попарилась. И, если честно, я не собираюсь вылезать из кровати в ближайшие несколько часов, потому что у меня огромный список фильмов для посмотреть, так как сегодня суббота. Я решила дать себе немножко отдохнуть, потому что завтра воскресный день, скорее всего, выходного у нас не будет, поэтому наслаждаюсь в субботу. Кстати, здесь рядом с моей кроватью раньше стоял шкаф, его нету, как вы видите, только остались сетки от пластиковых окон. А это значит, что проект по переделке моей комнаты все-таки будет. И если честно, я до последнего не хотела с этим связываться, но у меня прям свербит в одном месте, я не могу оставить все как было, мне хочется каких-то супер интересных изменений, поэтому они будут. Я уже купила краску, и в понедельник уже придет мебель моя. Короче говоря, я очень-очень рада. Мы с вами увидимся немножко позже. Пока что я буду отдыхать, лежаться на кроватке и смотреть фильмы. Вчера посмотрела все о Еве. Он, по-моему, 50-го года, если я не ошибаюсь. И сегодня я не знаю, что буду смотреть, но что-то очень интересное явно буду смотреть. Поделюсь с вами списком фильмов, которые я для себя выбрала для просмотра. Все. Целую вас. Увидимся чуть-чуть позже. Вот и список фильмов. Не уверена, что мой по почерку кому-нибудь будет понятен. «Отпетые мошенники», «Матрица», «Профессионал», «Переговорщик», «Хороший, плохой, злой», «Жизнь прекрасна», «Криминальное чтиво», «Как украсть миллион», «Рокки», «Завтрак у Тиффани», «Изгой», «Игрушка», «Пианист», «Смертельное оружие», «Остров проклятых», «Унесенный ветром», «Гроздья гнева», «Касабланка», «Все о Еве», «Сладкая жизнь», «Бонни и Клайд», «Славные парни», «Фарго», «Это замечательная жизнь», «Таксист», «Бегущий по лезвию», «Нью-Йоркские истории», «Казино неприкасаемый», «Большой Лебовский», «12 разгневанных мужчин», «Марни», «Смысл жизни» по Монти Пайтону и «Поймать вора». Это список фильмов, которые мне хочется посмотреть. Я думаю, что у разных людей он будет разный, но вот я поделилась тем, что конкретно я хочу посмотреть. И сегодня я продолжу это делать вечером. Это, кстати, мое лицо без грамма косметики. У меня на лице только эликсир от Илон Лунден. Но это как уходовое средство. И, если честно, я не могу насмотреться на свой маникюр. Мне так нравится. С кожей, конечно, все не так хорошо, как мне бы хотелось. Но я думаю, что это все очень сильно зависит от питания, потому что в последнее время я почему-то стала есть больше сладкого, и от этого начинают вылезать какие-то маленькие прыщички. Это я сейчас кожу трогаю, потому что она в эликсире, и она такая бархатистая, хочется ее трогать, трогать и трогать. Я не знаю, видно вам или нет, но очень-очень мелкий-мелкий снег сейчас идет. У нас вообще -2, но снега совсем нету. И это очень плохо, когда земля перемерзает без снега. Что с вами произошло? Что с вами произошло? Почему вы такие грязные? Мамочки, где вы были? Вы что, в трубе лазили или что? Посмотрите на эти грязные морды. Бантик, ты вообще, по-моему, весь как свин грязнющий. Ну, капец просто. Я первый раз вижу таких грязных котов. Наша мастерская, кстати, немножко сейчас изменилась, потому что здесь у нас вместо такого же стеллажа, как который стоял здесь, кстати, вот чемодан, который мы впоследствии как-нибудь переделаем. Правда, раньше я хотела делать из него рождественскую деревню, но сейчас уже передумала, потому что рождественская деревня — это очень такой сезонный, очень кратковременный по использованию предмет, а мы сделаем что-нибудь более полезное и более функциональное. У нас здесь стоял раньше такой же стеллаж, как справа, но мы вытащили этот старый-старый буфет из дома. Он стоял в прихожей где-то. И сейчас там все-все-все-все мое строительное будет стоять. Все мои инструменты, разные расходники. Короче, вот, еще одна функциональная вещь у нас появилась. А еще, посмотрите, у нас здесь вот таких вот 16 штук. Будет что-то интересное. Погода просто бомбезная. У нас за эту зиму, наверное, первый раз, когда солнышко и снежок. Короче говоря, я рада просто неимоверно. Эти все ветки, кстати, от старых деревьев остались, которые мы недавно срезали. Одну старую грушу и одну старую яблоню мы срезали. Специально, чтобы освободить место здесь за домом, потому что, не знаю, года, может, через 2, через 3 у нас будет здесь веранда такая, крытая, там, где можно будет сидеть, жарить шашлычки и всякое такое разное. Вот это, кстати, штуковина, вот, лежит.
старая, очень-очень старая штука. Короче, с помощью нее резали сено. Крутишь, короче, эту фиговину, там вот эти вот круги, да, колеса, и она режет сено. Очень прикольная такая. Я думаю, мы потом ее как-нибудь очистим, обработаем чем-нибудь и поставим у нас на огороде стоять для красоты. Что-то я, короче, замахалась. Сегодня день был очень сложный, и я решила, что я заслужила. Короче говоря, поеду сейчас за роллами. Включу по списку. У меня какой фильм по списку? Сейчас. Где мой список с фильмами? Так, что я хочу посмотреть? Короче, я буду сегодня смотреть «Смертельное оружие», который 87-го года. Сяду на свою кроваточку и буду вкусно кушать и смотреть классный фильм. Так что такие дела, возьму вас с собой, ну, буквально ненадолго. Я иной раз думаю, как бы я жила за городом, если бы у меня не было машины, потому что здесь у нас автолавка, получается, мы за городом живем в деревне, и тут автолавка приезжает, ну, два, наверное, раза в неделю. И там очень-очень ограниченный ассортимент всего, что там продают. Обычно очень стандартные, короче, продукты. Хлеб, молоко, сосиски, колбаса, ну, то есть что-то мясное. Один вид чипсов, два вида сока, короче, вот такого. Все плана, очень-очень ограниченный ассортимент. И поэтому это, конечно, было бы проблематично. Плюс еще ребенка возить в садик. Я не знаю, что бы я без нее делала. Ну, что бы делала? Скорее всего, пришлось покупать новую машину. Поэтому я очень довольна тому, что мы с Кириллом смогли вот так все мирно урегулировать. Очень так все деликатно, не скандаля. Я на самом деле благодарна ему за то, что он отнесся с пониманием к моему решению не оставаться в Америке, потому что я понимаю, насколько я счастлива сейчас здесь дома, а он счастлив там. Поэтому что я могу сказать? Никогда не идите на компромиссы со своей совестью, со своим внутренним ощущением. Живите так, как вам этого хочется, потому что только это в итоге имеет значение. В конце жизни, даже исследование такое проводилось, люди не жалеют об айфонах, о машинах, люди жалеют, что жили той жизнью, которая им не нравится. Все, едем за роллами, а то, походу, я здесь пофилософствовала. Сейчас сяду на полчаса еще с вами, а нам надо уже ехать. Если честно, очень крипово всегда ездить по такой темноте, потому что страшно. Неизвестно, откуда кто выбежит. У меня вот, допустим, был момент, когда кто-то вот реально выбежал под колеса, и я даже не видела, кто, какой-то зверек. И знаете, как страшно, когда что-то бьется об твою машину, и ты не понимаешь, что это. Это, короче, жесть. Но хорошо ездить, когда навстречу нет никаких машин, потому что когда тебя слепят в темноте, это вообще просто попа полная. Так круто ездить по вечернему Слуцку. Знаете почему? Потому что никакой движухи. Мне кажется, что к 8 часам город вообще вымирает полностью. Даже около самых больших магазинов практически вся парковка пустая. То есть можно спокойненько ходить по магазинам, нет никакой толкучки. В поисках томатного сока. Главное, чтобы я его здесь нашла. Так, еще нам нужно чесночка купить. Покрепче какого-нибудь. Потому что я очень люблю свекольный салат с чесноком. Просто обожаю. Вроде крепенький. Там-там-та-дам-та-дам. Мы уже почти пришли. Вон туда идем. Хочу суши. Ой, кто-то будет сегодня вкусно кушать. Это буду я. Забрала. Поедем сейчас домой кушать. Ну, я распаковалась уже. Короче, здесь они дают в подарок две вот такие жвачки Лавис. Зубочистки у них. У них что еще? Салфетки. И вот, собственно, сами роллы. Должно быть очень вкусно. Я, если честно, без соусов не могу поглощать роллы, поэтому у меня здесь терияки, ореховый, васаби и имбирь. Короче, приятного мне аппетита. Там у меня уже фильм загружается. Нашла в интернете лунный календарь садовода-огородника и распечатала. Вот тут сколько страниц. Тут на каждую культуру по месяцам написано, что когда лучше делать. Прикольная штука. А здесь, кстати, это по лунному календарю, как когда лучше высаживать в феврале растения. Короче, все, начинаем работу потихонечку подготовительно, потому что рассаду уже надо рассаживать в феврале, в марте месяце. Мне кое-что еще пришло с Алиэкспресс. Во-первых, вот такая вот мыльница. Она идет на таких вот резиновых
подставочках, которые не позволят ей скользить по раковине или по столешнице. Еще вот такая штуковина пришла. Здесь комплект из 4 вот таких вот подушечек. Они специально идут по стиральную машину, чтобы усмягчать дребезжание, если вдруг она у вас бешеная. У нас такое было. Во-первых, это дополнительная амортизация. Во-вторых, чтобы она более устойчиво стояла на кафельном покрытии. Там я точно знаю, что были еще наборы не из 4, а из 8 штук. Так что я думаю, что, возможно, я закажу еще один такой набор, потому что у нас будет и стиралка, и сушилка. Небольшое обновление. Мы уже передвинули трильяж на другое место. Хотя сейчас это уже не трильяж, а трюмо. И я очень довольна тем, как получилось, конечно, все у нас. Единственное, что весь вид портит батарейки. Ужасные, ненавижу их. Хоть мы их и покрасили, они все равно отличаются по цвету от обоев, и это портит всю картину. Но я уже придумала, как мы их спрячем, и об этом вы узнаете немножко позже. Моя особая любовь — это вот этот маленький комодик, который я делала сама. Если вы смотрели мое прошлое видео, то вы уже в курсе всех этих нововведений. Ну и, конечно же, ручки — это просто отдельная моя любовь. Там уже внутри начинает потихонечку размещаться моя косметика, всякие разные штуки. Здесь шкатулочка, которую я заказывала с Алиэкспресс, и она просто потрясающе красивая. Но это вы увидите уже в следующем видео. Впереди у нас очень много переделок. Скорее всего, в следующем мы будем переделывать рабочий уголок для мамы. Она у меня шьет, и поэтому ей срочно нужно нормальное, адекватное рабочее место. У нас есть стол как раз подходящий, и буду делать внутри в этом столе организацию для всех ее швейных принадлежностей. Так что ждите, видео должно быть очень классным. И это мы сейчас приехали в строймаркет. Хочу заколировать краску для кровати. За покупочки нам дали вот такой вот подарочек. Там внутри чаек. А сейчас я буду забирать красочку. Мы наколировали 0,9, почти литр, короче, краски. И вам ее, наверное, не видно, но я вам, кстати, спойлерить не буду, какой цвет краски будет. Потому что потом будет неинтересно смотреть видео. Вот во столько обошлась колеровка краски. Это, в принципе, недорого за литр краски. Плюс к этому этой краски хватит на очень много чего. Поэтому 26 рублей – это где-то $13. Хочешь такой? Я тут кое-что к 23 февраля прикупила подарочки. Маленькие. Во-первых, это вот такие носочки. Драник и сметанка. Это по-белорусски. И они прикольного красного цвета. Здесь, кроме этого, больше ничего не нарисовано. Сыто, пьяно. Это, короче, носочки от Марк Формели. Здесь на одном носке пивасик, а на втором носке это что-то мясное. Я не знаю точно, что это. Это еще одна пара носочков. Потом вот такая пара носочков. Здесь написано «зимняя резина», и они чуть-чуть прорезиненные. Ну, мне кажется, это очень прикольно. Но, по крайней мере, выглядит очень интересно. Еще одни носочки. Вот такие. Мне очень понравился принт. Смотрится супер стильно. Я вот такую клетку очень люблю. Плюс тут такие сочетания цветов супер классные. И вот такие вот очень-очень теплые с шерстью носочки. Это такой более практичный вариант носков. Теплый, когда хочется согреться. Это тоже Марк Формель. Все носочки мы покупали в Марк Формель. И там вообще очень всегда много классных носков, таких интересных. Интересных и прикольных, потому что я помню точно, что после того, как у Киркорова вышла песня «Цвет настроения синий», даже были носки «Цвет настроения» и «Синие носки». Да, стали какой-то тотальный пипец просто. Надо будет сейчас это все убирать. Но я хотела показать вам еще кое-что. То, что я заказывала с Алиэкспресс, то, что мне очень-очень сильно понравилось. Сейчас будет небольшой тест-драйв. Я заказала с Алиэкспресс набор из 5 вот таких вот сменных кассет и купила «Винус» розовый. Не знаю, подойдет или не подойдет, но сейчас мы с вами это проверим. А то вдруг я зря заказывала. В принципе, там они стоят намного дешевле, чем если бы мы здесь это покупали в таком же количестве из 5 штук. Подойдут ли эти насадки к этому станку? Ну что, момент истины. Как это делать одной рукой? Блин, это очень сложно, короче. Сейчас я ее вставлю. Давай, давай, давай. Сработало! Они подходят! Я оставлю цену на этот набор здесь на экране. И вы сравните с ценами, которые у вас в магазинах. Ну, слушайте, это очень классно. На самом деле, очень такая хорошая экономия. И еще один заказ, который я очень-очень долго ждала. Очень долго, прям слишком долго. Здесь 3 набора разных
блесточек. Блесточки, которые я когда-то уже давно заказывала. Ну, по крайней мере, похожи. Не такие, как эти, прям не конкретно такие же, но очень похожи. В чем их прикол? В том, что у них блесточки внутри разного размера. То есть там глиттер не одного размера, а там есть побольше блесточки, поменьше. Есть вообще как пыль блестящая. Здесь у меня в сиреневых цветах. Здесь такие цвета вроде морской воды. И это для работы, да, к тому же и для дизайна ногтей тоже очень хорошо подходит. Эти блесточки белые голографик. Здесь несколько разных видов. И вот здесь, по-моему, палочки. Здесь мелкие блесточки. Ссылочку на все это оставлю в описании. Сейчас мою коробочку с блестками, в которой у меня уже есть немножко блесток. Это я привезла с собой из Америки. Это голографик. Это мои любимые блесточки. Здесь клей с блестками. И этот, кстати, тоже клей с блестками. Просто он именно с перламутровыми блесточками. А здесь сухие блестки разного цвета. Но эти блестки, они одного размера. И цвета мне, если честно, эти не очень нравятся. Здесь стандартные. Серебряные, золотистые. Это вот этот медный мне очень нравится. Так, здесь у нас красные, зеленые, сиреневые. Сиреневые больше такие в баклажановый какой-то цвет. Еще серебряные. Здесь у нас синие и золотые. И я сейчас все мои новые пузыречки, маленькие баночки, буду выкладывать в свою коробочку. Я очень люблю, когда все в порядку, когда все на своих местах. Но если бы это все у меня еще получалось в таком же порядке хранить, я была бы очень рада. Потому что чаще всего у меня после работы все в каком-то хаосе. Самое главное, что я вам не показала. Хотя нет, не самое главное, но все равно. Вот такая вот фиговина. Это накладки, липнущиеся на грудь. Это в тех случаях, когда хочется без бра надеть какую-нибудь вещь, там, где, ну, лучше, чтобы ничего не было видно. Короче, вот такая вот штука наклеивается на грудь. А, она уже ко мне приклеилась. А вот эти лепесточки клеится наверх груди, чтобы она держала хорошо форму. А вот таких две штуки. Еще должны мне прийти одноразовые какие-то тоже наклейки на грудь. Правда, они еще до меня не дошли. В том случае, когда не хватает подходящих коробок для упаковки подарков, в ход идут обувные коробки. Там мы запечатываем маленький подарочек. И посмотрите, какая красивая упаковочная бумага в такой морской тематике. Ну все, коробочка готова. Теперь можно упаковывать ее в пупырку, потом еще в пленку и отправлять по почте. Раз уж у меня сегодня упаковочный день, я решила еще от лекарств маленькие коробочки собираю, потому что на Новый год я предпочитаю украшать или елочку маленькими такими подарочками, или под елку их укладывать. И вот у меня были остатки вот такой вот бумаги упаковочной. И сейчас я маленькие коробочки, которые у меня накопились, я их сейчас оборачиваю бумагой, и уже они у меня потом отправятся на хранение в елочные игрушки. Что ж, этот влог я закончу здесь. Мы с вами увидимся уже в следующем влоге. Я сейчас, как вы уже могли заметить, а может быть и не заметили, стараюсь снимать немножко более подробно всю свою повседневную жизнь. Я очень надеюсь, что мои старания не прошли даром. Обязательно подержите его большими пальчиками вверх, и тогда я буду понимать, что я все-таки снимаю не зря. Все, целую вас. До следующего влога.